здоровая и компания приятная. И вообще четко. Ну, камера круто. А мы с ними уже. Леха шпарит, а колеса в обратную сторону крутятся. Во прикол вообще. Главное, он в обратную сторону колеса крутится, а он меня пытается обогнать. Вот дает.
гонщик уехал. Он уже эндурит, глянь. Он эндурит. Не, вы так быстро едете вообще. Я с ума сошел, уже не могу догнать вас. Что там у тебя? Погляди-ка, есть бензин там у тебя? Да. У тебя 3 лампочки уже горит. А у тебя датчики есть, да? Да, у меня. У него датчик, передатчик и мазафака датчик. Смотрите, ребят, всем привет. Вот Иж, это Нирвана. Нирвана называется или как? Нордвин. А, Нордвин. А у тебя как называется? Моталэнд. Моталэнд. Потому что Моталэнд, он всегда впереди едет. Алексей на своем Нордвинге. Ну и я плетусь сзади, не могу догнать их. Ни хрена не могу догнать вообще ни разу. Ишь, это днище, это хуже ежа, только ишь. Даже Минск не хуже ежа. Да, Лех? Конечно. Ну, это скорее всего потому, что пацаны молодые, а я старая лошадь. У меня копыта уже стертые все. У тебя мопед, у меня 35, старше наших просто. Старше меня. Старше люди мопед. Ну вот мы остановились здесь. Там заповедник, кстати. Там каменная баба. Баба каменная. Сидим, как шлюхи, снимаемся на остановке. Выпили уже 0,5, сейчас дальше поедем. Да, уже 0,6 почти. Сейчас дальше поедем.